Слезы, гордость и боль от потери сопровождали сегодня всех присутствующих на митинге в честь открытия мемориальных досок в память о погибших выпускниках интерната ГИМХО Алия Чупанова и Арслана Ибрагимова. В мероприятии приняли участие близкие и родные солдат, а также представители администрации Каспийска и других структур. Наши сегодняшние учащиеся будут приходить к этой стене, чтобы узнать о том, как складывался их характер, о том, как закалялся их характер, о том, как происходило становление их личности. Почетными гостями мероприятия стали председатель Комитета по образованию и науке Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко, председатель организации «Союз женщин Дагестана» Интизар Мамутаева, военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев, генерал-майор, почетный гражданин города Каспийска Герман Кириленко и многие другие. Дорогие наши мамы, папы, в первую очередь я хочу пожелать, конечно, вам терпения, силы и мужества. Помните и знайте, ваши дети живы, они будут жить в веках. Памяти всех тем, с кем они соприкасались, памяти всех наших будущих поколений. На каждом крачке этой школы остался след ваших детей. Почтили память солдат все присутствующие, никто из них не мог сдержать слез от боли потери военнослужащих, в особенности родные солдат, которые, в свою очередь, собрались силами и поблагодарили всех за организацию данного мероприятия. Я хочу выразить огромную благодарность всем присутствующим здесь, его одноклассникам, его преподавателям, военкому, всем, кто здесь есть, гости, всем родственникам. Я вам очень благодарна, что вы вспомнили моего сына. Я очень благодарна директору школы Людмиле Амаровне, Казибат Кадеевне, Светлане Ахмедовне, Анжеле Салмановне, всем преподавателям, что помните моего сына. Завершилась встреча торжественным открытием мемориальных досок, возложением цветов и общим фото.